меня бывает в комментариях пишут: Дмитрий, куда вывести конденсат? Конденсат выводится, как правило, в канализацию. Также мне пишут: Дмитрий, а нельзя же конденсат ни в коем случае выводить в канализацию, что там, если используются септики, умирают бактерии. На своей практике, если были какие-то вопросы, то я бы об этом бы знал, потому что я, наверное, в год, ну не знаю, за 100 дымоходов закрываю и вывожу в канализацию конденсат, который собирается на, в первую очередь, на газовых котлах. Но решение есть, решение я видел в каталогах, на картинках. Как же можете решить нейтрализации вот этого конденсата, да, агрессивной среды, которая стекает вам в канализацию? Все очень просто. Сейчас вам покажу. Оно довольно интересно и довольно эффективно. Если вы очень привередливы к окружающей среде, вы можете его использовать. И вот вам ящик, ящичек пластмассовый, который используется для нейтрализации конденсата. Он, наверное, так и называется, да? Нейтрализатор конденсата. Да. Совершенно верно. Такие защелочки вы открываете. Здесь в нем пластиковая система, которая позволяет установить очень много всяких кнопочек. Задача здесь, не здесь. Ага. Сюда конденсат заходит у вас с дымохода, с основного стояка, а здесь он выходит. Вот сюда вовнутрь засыпается полностью вот такой вот реагент. NETCON-M называется, реагент для нейтрализации конденсата. Он есть готовый. О, ничего себе, Евразийского союза. Ага, вот вам, смотрите, NETCON-RF. Все, он российский. И вот его состав. То есть вы полностью засыпаете, не знаю, насколько его хватает. Если, еще раз говорю, вы боретесь за экологию, вы за то, чтобы не нарушать, не уничтожать бактерии, вот это вот решение. У разных производителей европейских, именно в Европе они есть. И вполне, то есть пластмасса используется, кислота не разъедает, запахи навряд ли у вас какие-то будут. Это очень интересная вещь, очень интересная.